Павлодаре с 2017 года действует база активного отдыха, где все желающие могут посмотреть на разных животных и птиц. Деньги, вырученные от посещений, идут на нужды и лечение обитателей базы, а также их спасение. Комплекс активного отдыха располагается в 17 километрах от города Павлодар. Здесь обитает более 60 голов животных и птиц. Среди них кошки, хаски, кролики, козы, ослики, лошади, пони, верблюды, лебеди и другие. Организовываем досуг для больше для семейный такой, чтобы познавательный был, как бы, чтобы детишки смотрели, то есть животных, как-то мы где-то рассказываем, где-то тоже пытаемся объяснить человеку, что к лошади то же самое надо подходить спереди, соответственно, да, сзади, что нельзя подходить, что если не знаешь собаку, например, что, соответственно, не надо туда руки сувать. То есть, что верблюд – это верблюд, что пони – это пони, а не ишак. В прошлом году из Актагайского района волонтеры привезли в центр косулю с травмой головы. Также одним из спасенных животных является лебедь. Лечение, а также расходы на другие нужды животных и птиц осуществляется на средства, полученные от базы активного отдыха. Привозят, то есть, к нам уже как в реабилитационный центр какой-то, да, для диких животных именно, которые находят в пойме, также где-то вовремя птица не успела улететь, соответственно, и начинает мерзнуть, недостаток пищи у них какой-то там определенный. Ну, соответственно, животное обезвоженное потом к нам привозят, мы их выкапываем там, ну, сам лично им и витаминки какие-то, клюв надо открывать им, то есть заливать туда, чтобы организм более как бы без витаминов поддерживал. Одно из главных стремлений центра – привлечение туристов. Для достижения этой цели необходимо должное финансирование. Также основатель комплекса мечтает о приобретении экзотических для Павлодарской области животных, например, лам. Артур Поляков, Анастасия Ерша, Айбек Газиз, Ертыс Акпарат.